Поликлиники номер 6 Люберецкой областной больницы готовятся к установке нового маммографа. Старое оборудование, отслужившее свой срок, демонтировали, а в кабинете, где оно находилось, сейчас проводят ремонт. Уже выполнена защита помещения, а также электротехнические и вентиляционные работы. На данный момент осуществляется отделка. Общий объем выполненных работ 85%. По незавершенным работам, значит, это выполнение слаботочных систем, это установка линолеума и раковины. Планируем завершить строительно-монтажные работы через полторы недели. Затем будет осуществлен занос и установка самого аппарата. Затем производится обучение персонала медицинского. И затем, значит, получается заключение СС специализированной организации. Прием пациентов в маммографическом кабинете начнется примерно через месяц. Напомню, в этом году запланировано оснащение 6 кабинетов Люберецкой областной больницы тяжелым оборудованием. В 4 из них предусмотрена замена техники.